Пенсионные накопления 11800 североказахстанцев превышают порог достаточности. Это значит, что такое число жителей региона могут досрочно снять заработанные средства и направить их на определенные целевые нужды. Моя коллега подробнее. Чуть менее 800 тысяч казахстанцев, по данным ЕНПФ, могут досрочно снять свои накопленные средства. Большая часть тех, кто может воспользоваться правом на выплаты, проживает в Алматы и Нур-Султане, меньше всего в Североказахстанской и Туркестанской областях. Общая сумма выплат составляет порядка 2,4 триллиона тенге, лишь 20,1 миллиарда из которых приходится на Североказахстанскую область. А как узнать свой порог достаточности? Для этого нужно будет взять выписку с пенсионного счета. Можно сделать также это в онлайн-режиме. Достаточно иметь либо электронную цифровую подпись на нашем сайте www.enpf.kz, вы можете взять с помощью ЭЦП-ключа, также с помощью логина и пароля. Можно получить выписку, закачав на мобильный телефон мобильное приложение и на электронную почту. Кроме того, сегодня в Казахстане в данном направлении работает 4 банка-оператора, с помощью которых можно оформить соглашение на досрочное снятие пенсионных накоплений. Кутбасы и Халык-банк добавились также Алтын-банк и банк Центр-кредит. Данные выплаты допускаются на использование данных целей. Первое – это погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком, частичные или полные. Также вы можете погасить займ, полученный по системе жилищно-строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилищного строительства, включая приобретение земельного участка с целевым назначением ИЖС или ЛПХ. ИЖС – это индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ – личное подсобное хозяйство. Вторая цель – это приобретение жилья без ипотеки, то есть полный выкуп. Вы можете приобрести квартиру, также индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке, а также в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве. Интересен и тот факт, что в Казахстане 54 тысячи вкладчиков, которые могут изъять для целевых нужд свыше 10 миллионов тенге. Однако в нашем регионе таких всего 134 человека. Анастасия Дроняк, Адиль Нуржанов, служба новостей.